Re, viss ēters ir te! Добрый вечер. Несмотря на то, что сегодня на территории Латвии были проливные дожди, в последний день лета осадки не прогнозируются, а сильный ветер стихнет. Ночь на 31 августа небо будет затянуто облаками, но уже утром облачность немного рассеется и выглянет солнце. Ветер в основном западном направлении будет умеренным – от 3 до 6 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы составит от плюс 12 на востоке страны до 18 градусов тепла в западных районах. Днем ждем плюс 18, плюс 20 градусов. Теперь о погоде в столице. В Риге этой ночью будет небольшая облачность. Днем она усилится, однако дожди завтра не прогнозируются. Скорость западного ветра не превысит 4 метров в секунду. Температура воздуха этой ночью 12-14 градусов тепла. Днем от плюс 18 до плюс 20. На этом о погоде у меня все. Смотрите новости завтра в 19:00. Всего доброго и до свидания.